Вот он, гигантский ледокол, корабельный гудок. The most enormous ship has just entered the stadium. Прямо с носа этого ледокола оперная дива сопрано Мария Гулегина поет казачью колыбельную на стихи Михаила Юрьевича Лермонтова. Моя мама, она вот принесла меня туда, в клинику, в детскую, ортопедическую. И ее друг просто сказал, что «Талочка, оставь ее. Зачем тебе проблемы? Она ходить никогда не будет. Тебе зачем нужен вообще уродец?» Побежали. Поверить в то, что она родилась калекой, сейчас абсолютно невозможно. И точно так же когда-то никто не верил, что эта девочка будет ходить. Ее мама, профессор-медик, действительно сделала все возможное и невозможное, чтобы поставить дочь на ноги. Буквально. Сегодня Мария Гулегина – лучшая драматическая сопрано мира. Сделана в СССР. И диапазон, и силы ее голоса зашкаливают. В 2014-м юбилейном году она совершает мировое турне и впервые в жизни выходит на сцену Большого театра. И если другая русская примадонна Анна Нетребко спела в Сочи на открытии Олимпийских игр, то сознательный выбор Марии Гулегиной – выступление на Паралимпиаде. И этот костюм с надписью «Сочи» для нее бесценный трофей. До 2 лет мне нельзя было становиться на ножки. Мне вот это вот выравнивали эти несчастные ноги. Наверное, там я научилась петь. Потому что я орала, как зарезанная просто. Надо все-таки как-то вот больше дома тоже петь. Дома, вы сказали? Ну, дома, Россия, да. Россия, Советский Союз. У меня столько кровей намешано. И армянские, и еврейские, и польские, и украинские, и даже белорусские, там 3 капли. Вот сидела недавно в жюри конкурса имени Вишневской. Меня спросили, какой флаг мне поставить. Ну какой? Если я живу в Люксембурге, значит люксембургский, чтобы... Или я сказала, или поставьте красный флаг с серпом и молотом, все. Потому что я родом из той страны, и другого не будет, где бы я ни жила. Ее привычный забег на 1 милю, золотую милю. Все эти просторы класса люкс – самая сердцевина Европы. А смотрите, ребята, смотрите, смотрите. Вот пограничный столб. Вот сюда Бельгия, вон туда Люксембург. Она перешла все границы, вынуждена была под угрозой остаться невыездной в самом начале своей карьеры. В конце 80-х Мария Гулегина улетела из Советского Союза навсегда, не могла больше петь в клетке. И вот уже 30 лет ее жизнь – головокружительная кругосветка. Девки, поехали. Все, мы готовы в аэропорт. Ее узнают по голосу и в Нью-Йорке, и в Париже, и в Лондоне, и в Вене, и в Токио, и в Милане. Со своими поклонниками она легко общается по-итальянски. Meglio prendere pistole e andare a suicidarsi. Subito. Subito. С импресарио по-английски. I would like to represent. It's my first agent. А своим любимым внукам поет немецкие частушки. Я очень себя ругаю, очень себя казню и виню за то, что я не была хорошей матерью своей дочери. Мария, богиня,
Поздравляю тебя с днем рождения. Прости, что не смог приехать. Grazie. Днем рождения. Если верить цифрам на праздничном торте, имениннице снова 29. Свой день рождения она отмечает на Венецианском берегу, там, где много неба и моря. Она же из Одессы, и для своих она Марина, значит, морская. Одесса всегда была Одесса. Ты же одессит, Мишка. Просто сейчас это настолько в моем сердце, вот, и вот невозможно, вот, дышать трудно. Сейчас мы будем ехать, так Бог не выдаст, свинья не съест. А вот вы в театр ходите, там в оперной музыке? Конечно, 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 да? Конечно. Ну, конечно, не в укор сказать, как бы, одесситам, но труппе одесской исполнять «Лебединое озеро», и им бы лучше «Гопака» танцевать. А опера? Опера, да. Опера, конечно, великолепна. Изя, а ты слушал Карузо? Зачем? Мне Рабинович напел. Такой анекдот могли сочинить только здесь, где каждый таксист всегда имеет что сказать за искусство. А какие сопрано голосят с утра на привозе? Ну и, конечно, тут самый большой оперный театр в Европе. Главное, одесситы в этом ничуть не сомневаются. Одесса в прошлом – Порто-Франко. Черноморский порт – свободный от налогов и пошлин. Вольница – многонациональный певучий южный город с удивительной свободой голоса. Она у одесситов в крови. Ну, давайте нас, потому что спою точненько. Вы знаете, я поражен, что Марина так свободна, справляется с труднейшими партиями, которые, казалось бы, невозможно петь много-много десятков лет. Казалось бы, это за гранью человеческих возможностей. Конечно, голос природу дали родители, безусловно. Мои замечательные родители, и у них у всех были прекрасные голоса. А вот даже вот папина армянская кровь, фамилия Мейтарджан. Мейтар на хибру, вокальные связки и струны. Мейтарджан. Все. Все, что она взяла с собой в конце 80-х, когда улетала навсегда. 4 чемодана книг из детства, из Одессы. А главное сокровище, вот оно, истрепанное и пожелтевшее. Школьная классика, роман Жорж Санд «Консуэла», о дочери цыганки, девочки-бродяжки с феноменальным голосом. Вена, музыкальная столица Европы, отдала ей свое сердце, а наследник графского титула предлагал свою руку. И я сама себя отождествляла с ней, с Консуэла. Вот как тут ее описывают, вот такая вот черненькая, страшненькая, страшилка такая. Я родилась не очень кондиционная, как вот сейчас вот говорят, и мою маму просто пожалели и отдали меня цыганке. А маме отдали девочку цыганскую, да. Вот такой вот бразильский сериал. Но моя мама почуяла что-то неладное и говорит: нет, это не моя девочка. Моя девочка с неправильными ножками, с покалеченными. А меня вот подсунули цыганке. И поскольку я была ребенок вот больной, он всегда жадный к жизни, да? И я, очевидно, сразу же вот схватила новую маму. И вот первые капли молока у меня, вот первые капли жизни, эликсира жизни молока, у меня были цыганские. И всю жизнь я путешествую, и мне это радостно. И кроме того, у меня 2 любимых певца было в детстве, за которых я замуж собиралась в 4 года. Это Николай Сличенко, цыган, и Муслин Магомаев. И потом, когда я уже читала книгу «Воспоминания Муслима Магомаева», и он говорил, что он был в Мэте, слушал меня,
И он написал, что он постеснялся ко мне подойти, что кто она, а кто я. Я думала, Господи, если бы я только знала, что Магомаев в зале, я просто туда бы пошла бы, и просто, потому что я его любила с детства. Вот его и Николая Сличенко. Вот это вот у меня такая... Да, но я еще точно не знала, за кого из них выйду замуж, потому что папа у меня был тоже очень красивый, такой же черноглазый, и тоже пел хорошо. Так делал мой папа. А все, что делал для мой папа, или все, что делала моя мама, для меня, чем я старше становлюсь, тем важнее. Сейчас, например, я должна вот это мясо чуть-чуть обжарить, для того, чтобы оно как бы закрылось, а потом в духовку. Примадонна готовит, как поет, в смысле без фонограммы, все сама, никаких кухарок. Вчера на обед был форшмак по-одесски, сегодня на ужин чанах по-армянски. Тушеная баранина с овощами, фирменное блюдо Гулегиной – это вах-вах. Через 2 часа в центр стола выдрузят блюдо, само собой, оперных размеров. А при желании на этой кухне запросто можно приготовить обед для всех подданных Великого герцогства Люксембург. Понимаете, вот в любой момент, если я, что бы я ни захотела делать, что бы я ни захотела приготовить, я все могу. Даже маленького такого поросеночка тоже. Вот наша кухня. Мне всегда поражало, как в такой кухне помещалось человек 12. 12? Да. При площади 4,5 квадратных метра. То есть на одном месте можно достать холодильник, плиту, окно. Ну, в общем, все, не вставая с места. Параллельный мир, первозданный, нетронутый евроремонтом. Эти хрущевские пятиэтажки как поставили в начале 60-х, так они и стоят. А в одной из них так и живет Елена Васильева, одноклассница Марины Мейтарджан. Одесский район Черемушки, советская рабочая окраина. Но и в этих типовых тесных квартирах находилось место для мечты, детской, безудержной. И вот Марина, кстати, даже перед классом рассказывала про Консуэла. И говорила, что вот она хочет петь вот так же в Венской опере, и что вот она вот такая вот, вот что... Вот Консуэла же она тоже некрасивая, но вот она талантливая. Просто она не была красавицей в общепринятом смысле слова. Но когда она пела, она становилась красавицей. Алло! Да-да-да! О! Есть! Есть! Да. Ура! Слушай, какая ты! Блондинка! Ой! Все надо дважды повторять. Телемост. Люксембург. Одесса. Теперь в Одессе интернет есть в каждой хрущевке. Но удивляет даже не это, а то, что мировая оперная звезда по-прежнему дружит со своей одноклассницей. И общаются они почти ежедневно. Я тебе говорила, Блоньке деньги дала. Он тут упирался, кричал, зачем ты сказала? Я говорю, хорошо, я тогда себе заберу. И если что, заграница всегда поможет. По первой просьбе – срочный денежный перевод из Люксембурга в Одессу. Если кто-то из одноклассников болеет, остался без работы и жизнь зажала в тиски, а самим никак не справиться, не выжить. У нас вот в классе это сохранилось. То есть, как я говорю, если мне совсем сложно, я обращаюсь к своим одноклассникам, и они помогают. Сейчас на ваших глазах возле Одесской школы, построенной в 68-м году и с тех пор совсем не изменившейся, произойдет историческое событие. Вот бесценное прошлое в бумажном конверте из рук в руки. Так надежней и теплее. Ну, была камера, такая вот «Аврора» механическая, 8, 2 на 8. И я что могла, снимала, пока училась в школе. И вот я хочу, чтобы этот диск вы передали Мариночке. Мы ее помним, любим. И для нас она все равно Маринка Мейтра. Ой, мама. Вот я. Нет, вот. Это Лозанова Верка. Вот это я. Вот это я.
ты молодец, Ленка, что все сохранила. А на дискотеку меня папа никогда не пускал. Я в своей жизни никогда не была на дискотеке, вот вы поверите? Никогда. У меня была школа, музыкальная школа, спортивная школа. 5 минут опоздания, расстрел на месте. Музыка народная, слова не знающие, наверное, тоже народные. Исполняет Бурлаков Фрося. Вдоль по Питера стай. Но в кино с уроков она все-таки убегала. Вместо физики и химии суперхит 60-х, гордость одесской киностудии, комедийная мелодрама «Приходите завтра». И этот голос тоже родом из Одессы. Мало кто знает о том, что сибирячка актриса Екатерина Савинова училась в оперной студии при Одесской консерватории. И в кино все партии она исполняла сама. Чистый звук был записан непосредственно во время съемок. Никакого дубляжа или технических ухищрений, как это принято в современном кино. Тогда так просто не умели. Вот и приходилось петь живьем. Вот этот фильм «Приходите завтра». И я услышала там вот этот голос, и мне показалось, что чем-то он на меня похож, что она может и низко, и высоко. Музыка народная, исполняет Бурлаков Фрося. Ну, приблизительно так я пришла в консерваторию на педагогическую практику. Не-не, самый конец еще, и все. И все поставлю я на свое, поставлю я все на свое. Вот я вся такая была, и учительница сказала, что ну вот, если вы придете и так споете таким голосом, там люстра упадет, вас возьмут. Что это за фотография? Вы когда-то пели в рок-группе? А это у нас называлось «5 минут позора, 7 дней круиза». В консерватории нас отправляли петь на корабле по Крымско-Кавказской. Мы ее называли Крымско-Колымская. И нам надо было петь вот это в микрофон, вот что-то типа «Светит незнакомая звезда, снова мы оторваны от дома». Таким басом. Вот. И пели. Зато было здорово, потому что Наташа у меня родилась на первом курсе. Надо же ребенка кормить, а поскольку в разводе и все, и когда ребенка брала с собой на корабль, во-первых, никто не приставал, это раз. А во-вторых, ребенка можно 3 раза в день было кормить замечательной, шикарной едой, и ребенок был на море, что мне еще надо было? Мои там 19-20 лет. Вот я. Мать семейства. А где мой ребенок? Вот, Наташка маленькая. О, Масечка моя. Ой, мамочка. Ой, мамочки, теперь я буду смотреть это постоянно. А Натаха была такая куколочка. Кукленышек. Вы посмотрите, какая девочка. А платье я сама себе сшила из ветоши. Аэропорт Люксембурга. Пятница, вечер. Ближайшие 2 дня у Марии Гулегиной все будут дома. Наконец-то. Все, прилетел, прилетел. Класс, сейчас будет. Рейсом из Мюнхена прилетели внуки певицы Амели и Ники и дочь Наталья. Наташа – дочь полка. Когда-то ее нянчила вся Одесская консерватория. До Гулегиной никто из студенток рожать не решался. В советскую эпоху считалось, что рождение ребенка для певицы смерти подобно. Это губительно влияет на феноменальные оперные связки, и вся карьера под откос.
Когда я рожала Наташку, то риск был огромный, что меня просто выкинут из консерватории. Потому что педагогиня, которая у меня была как бы штатный педагог, она вообще была очень такая женщина крутая. Она говорила: так, это не родзал, быстро на аборт и без разговоров. Вот так. Как у вас смелости хватило? Ну, я вообще такая была. Я смелая была. Мой ребенок от законного мужа, извините. И это моя первая любовь. Это мой первый поцелуй. Это вот первое-первое чувство. А с первым мужем вы долго прожили? Очень мало. Мы не стали жить вместе. Я поступила в консерваторию на вокальный, а свекровь считала, что это недостойная профессия. И вот с этого все начиналось. Она просто так подзуживала. Слава тебе, Господи, что я тогда просто забрала Натаху и уехала. И все. И ничего мне не надо было. И мы с мамой, в принципе, мама уже была на пенсии, жили на ее какую-то пенсию, но мы ни у кого не брали никогда. Ничего. Вы знаете, вот проблема мать-одиночка как-то, ну, по молодости это как-то... Мы на этом не заостряли внимание, это никак не влияло. И когда она приходила и так из-под мышки Наташу на рояль опускала, вот, несла ее так вот тут руки, там ноги, гуляли с ней по коридору, пока она пела. Если когда она постарше уже становилась, она говорила: мама, не пой. Вот, и Марина ее сажала, держала за руку. Теперь в консерватории порядки поменялись, и название, кстати, тоже. Она превратилась в Национальную академию ни много ни мало. Так что однокурсница Марии Гулегиной теперь практически академик. Наталья Ютеш тоже из клана Сопрано, а это та еще мафия. У нас был безумно большой курс, и было действительно очень много сопрано. Ну, сопрано нам не очень везет в каком смысле. Самый распространенный, наверное, такой тип голоса у женщин. И как конкурс, больше 50% зачастую процентов – это сопрано. Но нужно быть на 10 голов выше, чтобы вот выскочить. Да? Ой, Милусечка, здрасте! Привет, детонька. Как вы там? Детонька. Кто еще посмеет так обратиться к Примадонне, кроме этой дамы с абсолютным слухом и невероятным музыкальным чутьем? Концертмейстер Людмила Иванова и ее покойный муж, педагог Одесской консерватории Евгений Иванов, первооткрыватели звезды. Милусенька, это все вам, вам и Евгению Николаевичу низкий поклон. Именно они сумели расслышать в ее голосе запредельные высоты и разглядеть в ученице фантастическое трудолюбие. Без них она никогда не стала бы лучшим драматическим сопрано мира. Все прочие учителя стройным хором утверждали, что у Марии ничем не примечательная меццо-сопрано, а возможности вполне заурядные. И вот Евгений Николаевич мне сказал, что: Мария, вы знаете, что... Ну, что вы будете петь меццо-сопрано? А сопрано, вот если это будет... Вот вы сможете стать вот этим вот сопрано такое драматическое, то вы будете петь все. Потому что такого сопрано, вот такого тембра и такого наполнения, значит, ну, в общем, не найти. А почему вас не взяли в Одесский оперный театр? Вы знаете, вот в то время, когда я закончила консерваторию, жена главного дирижера сопрано, главного режиссера сопрано, балетмейстера сопрано, и там еще пару таких крепких сопрано. И куда мне? Мне так и сказали, вот Евгений Николаевич и Милочка сказали, что не надо. У меня никогда не было ни папика, ни мамика, никакой ни длинной руки, ни короткой руки, ни волосатой, ни лысой, никакой. Все, что я делала сама. И это все знаю, абсолютно. Мама это была, есть и будет у нас. Это, по крайней мере, для меня шеф. Кормилица. Yeah.
Она гораздо талантливее меня. Гораздо. Она брала уроки в Мюнхене. И учитель, я не помню сейчас его имя, он ей сказал, что вы не родственница с Марией Гулегиной? Она говорит, да, родственница. Но дальняя так. Он сказал, а вы знаете, что у вас голос лучше, чем у Марии? Да. А потом Наташка увлеклась, вот она свои баллады писала. Я просто не могу это слушать без слез. Я это когда слушаю, у меня просто сердце рвется. Только плакать не надо. Вы знаете, голос, может быть, сам даже и передается. Но вот, вот этого вот... вот хватки вот этой вот, вот этого вот, без этого жить не могу, вот этому, наверное, не передается. Я вижу по маме какой-то адский труд. Я, наверное, у меня не получилось бы. В 1987 году Мария Гулегина улетела из Советского Союза, как выяснилось, навсегда. Официальное определение «невозвращенец» звучало в то время как смертный приговор. 6 лет Гулегина была ведущей солисткой Минской оперы, но уже пела сольные партии в Италии в театре «Ла Скала», когда отпускали, конечно, а отпускали все реже, все с большим скрипом. Коллеги не скрывали зависти, певицу начали открыто травить, запрещали исполнять оперную классику на языке оригинала, а она не сдавалась. В конце 80-х на волне перемен у Марии Гулегиной появился шанс выпорхнуть из клетки. За 5 дней она выучила партию «Аида» на итальянском и улетела в Испанию, где в театре города Овьедо ей предложили ангажемент. Меня не встретили в Мадриде, а мне надо было пересаживаться на Овьедо. И ночью мне пришлось ночевать в каком-то хосписе, в каком-то страшном месте. Там комната на 8 коек, там, ну, в общем, что-то страшное просто. Но слава богу, что там никого больше не было. Я забаррикадировалась своими чемоданами, а чемоданов у меня было в то время 4, потому что я же узнала, что я уезжаю навсегда. Петербург. Пятизвездочная гостиница с видом на Исаакиевский собор. Вечером на императорской сцене Мариинского театра по личному приглашению Валерия Гергиева она снова споет ту судьбоносную «Аиду». Сегодня для Гулегиной границ не существует. А почти 30 лет назад это был настоящий шпионский боевик. Стараниями западных импресарио, какими-то невероятными усилиями ей удалось вывести семью из Советского Союза в Западную Германию. Паспорта с визами передавали на таможне. Это было очень рискованно, но все обошлось как нельзя лучше. Правда, только на первый взгляд. И вот с этого, вот с этой «Аиды», когда я уехала из Советского Союза, вдруг, когда поняли, что я уже живу на Западе, посыпались контракты просто вот так вот. У меня работы было уже столько, что просто... Вот в 96-м году за весь год я была 21 день дома. У мамы был длинный контракт в Японии. Она должна была лететь из Японии в Метрополитен Опера. И у нее была состыковка рейсов во Франкфурте на 8 часов. И она знала, что у меня интернат где-то 2 часа на машине от аэропорта. Она взяла такси и приехала меня поцеловать в нос. И полетела дальше в Нью-Йорк. Гулегину ждали все сцены мира. И единственная дочь тоже очень ждала. Одна, в чужой стране, в немецком интернате. Я ж приехала туда, не знала вообще ни слова немецкого, кроме как «бутерброд» и все. «Хендехох» точно знала, да. То есть 4 слова. У меня вот был действительно шок. У меня ни бабушки, ни мамы, ни папы, никого не было. И я вот это вот тогда поняла и вдруг заплакала, заорала. Просто вот у меня была истерика. А до мамы эти слухи дошли, она все сделала. Я не знаю как, но они бабушку прислали в городок, там, где был мой интернат. И бабулька там поселилась в одной немецкой семье. И я к ней на уикенды все время, вот на конце недели, не приходила. Потом бабушка перестала с ней справляться, потому что Наташа характер крепкий.
Вот. И Наташа поехала в следующий интернат, уже в Швейцарию. Но там все немного по-другому было. Какие-то учителя... Ну, я поэтому не буду называть имя школы, но принимали наркотики. Вы это видели? Да. Вы сейчас о чем-то жалеете? Да, 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 да. А тогда я не могла, потому что мне нужно было заплатить за это. А кто кормить семью будет? Потому что вот и выйдя замуж, ну, я была и кормилец, и поилец, и директивы партии выдавала. Но на Западе, вот когда я уехала, для того, чтобы народ не смеялся, я всегда делала вид, что это мой муж все делает, все организовывает. Все, больше ничего не скажу. Ну, если бы она не работала, то что было бы? Не сидели бы мы с вами здесь и не разговаривали бы. В нашем доме жил раньше в пентхаусе Джим Керри. Потом вот в том доме живет Аня Нетребко. Это еще одна резиденция Примадонны – Нью-Йорк, Поднебесье. Мария Гулегина приобрела здесь квартиру еще в конце прошлого века и стала первым русским сопрано на Манхэттене. Сейчас тут принимает гостей дочь певицы. Она занимается делами мамы, ведет переговоры, устраивает ангажементы повсюду, в том числе в Нью-Йоркском театре Метрополитен-Опера. Между прочим, Джим Керри не пропускает ни одной премьеры с участием Гулегиной. В Метрополитен-Опера служит и нынешний педагог Примадонны. Этот оптимист в розовом шарфике Крейг Рутенберг. Благодаря ему певица сегодня идет на рекорд. 30 лет карьеры для любого сопрано – это за гранью фантастики. Все певицы в определенном возрасте переживают гормональные изменения, и это очень влияет на связки. Надо смириться, что ты не сможешь петь так, как в 25. Удивительно, Мария с этим не смирилась. Она сказала тогда: «Дай мне 2 года, и я верну свой голос». И у нее получилось. А я просто давал своевременные советы. И еще, у нее есть такое особое качество, она все равно, что животное на сцене, стихия. И ее голос практически не поддается звукозаписи, микрофоны просто не справляются. Это так. Нью-Йорк давно уже у ее ног, и после каждой премьеры Примадонна устраивает в своем Поднебесье самые калорийные вечеринки сезона. Готовит, естественно, сама. О, эти ваши вечеринки! Помню такую гигантскую миску, как цветочная ваза. В ней был русский салат с майонезом. Ничего подобного я никогда не ел. Ой, обязательно вот, смотрите, кофе по-армянски. Армения. Кофе по-армянски, оливье по-советски и, конечно, форшмак по-одесски. Вон там, конечно, самое главное для мамы, это везде всегда самое главное, Hudson River, это вода. Мама же у нас одесский человек. Одесса – город, где живет ее сердце. Только того города, где она родилась и выросла, больше нет. То, что, чем Одесса всегда отличалась, вот эта вот душа, она исчезала потихонечку. Вот ее потихонечку, ну вот как при гангрене, отрезают пальчик, потом второй, потом третий, незаметненько, потихонечку. И там, глядь, уже у тебя ноги-то и нет. Ну вот я просто покажу людей, которые были изначально в нашем классе. Это Дима Музыченко, он сейчас в Германии. Рима Мидман в Израиле, но больше ничего не знаю. Гена Елисеев тоже в Израиле. Боровкова живет в Австралии, программист. Цурмак в Канаде. Наташа Менис, она в Америке, в Нью-Йорке, но я не могу ее найти. Ну, рассказывай, как ты?
Ой, слушай, ну так, что тебе рассказывать будет, ты же сама знаешь. Ну, знаю. Если бы Милочка позвонила там у кого-то в Одессе, на 9 мая кого-то убили. И взяли в больницу, сказали, что от сердца умер, а голова разбита. Эта молитва за упокой погибших 2 мая 2014 года в Одесском доме профсоюзов, в том адском пекле. Реквием Верди. Кажется, в ее жизни не было ничего труднее. Спеть эту партию даже для нее, лучшего драматического сопрано мира, все равно, что победить на Олимпийских играх. Гулегина сама захотела совершить невозможное в память о земляках, которых не вернуть. Я когда вот это пела, я сама рыдала. Очень тяжело. Это как раз 40-е были одесской трагедии. Потому что Одессу я не прощу никогда никому. Концертный зал Валенсии. 1000 зрителей и одна она. Та, чье право голоса уже никто не оспорит. Конечно, работа была очень серьезная, и даже в какой-то момент я, честное слово, вот, настолько тяжелая, что я подумала, лучше бы меня застрелили где-нибудь. Meglio prendere pistole e andare a suicidarsi. Subito. Маргарита, баста. Спасибо. Это была фантастика. Все просто плакали. Валенсия. Утро после реквиема. Поздний завтрак для самых близких. Примадонна приглашает и угощает. Это семья, это Маргарита, это Джорди. Они мои фаны, они приходили ко мне на оперу. Вот, пришли один раз, пришли другой раз, прилетели в один раз. Вот так познакомились. Вот Джорди просто уникальный сын. Маргарита имела инсульт. И Джорди один из 3 сыновей, который с мамой, который не женится, который вот только маму поднимает на ноги. Таких сыновей вообще не бывает. Ну, есть вот на мой, например, и вот моя дочка такая. Вот. Кстати, когда я один раз тоже вот умирала, Наташа бросила всех своих детей и со мной, и меня кормила с ложечки, и все, что полагается, все делала. Мыла, все-все-все. Так получилось, что от стресса, от развода, от того, что у меня пытались отнять ребенка, от того, что у меня полностью почистили банк, полностью. У меня просто вырубились надпочечники. Вот это было вот действительно самое, вот, по-моему, ужасное, тяжелое. Вот с мамой что касается. Страшно было? Страшно. На гастроли в Японию Мария Гулегина прилетела тогда из последних сил. После первого спектакля голос пропал. Самые бронебойные уколы уже не помогали. Но нужно петь. Позади Одесса, Минск, Люксембург. Отступать некуда. Я не имела права ни у кого просить помощи. Я должна была сама заработать. И мне приходилось петь. И какие-то вещи я уже там пела, выздоравливала, снова там болела. То есть я не могла долечиться нормально. И все, меня Наташа привезла в кресле, в каталке домой. И 3 недели вот она тут со мной была, кормила с ложечки. И сами, как все понимаете, когда человек не встает с кровати. Первые 2 недели вообще ко мне не пускали никого. Я вот лежала одна там наверху, там собаки приходили. Но Руслану даже вот сказали, что не надо, мама спит. А потом вот он просто вот приходил как-то вот так рядышком ложился, и вот так меня, знаете, вот так как котеночек рядышком ложился и просто на меня вот так вот смотрел. Детки, за что мы пьем? Счастье. За счастье, за что? За любовь. Кстати, пацаны у нас. Главное, чтобы нам никогда, чтобы наши пацаны никогда не воевали. Наши пацаны – это Николас, внук певицы, и Руслан, ее сын, ее выстраданное счастье.
Мой папа всегда говорил, что мать-одиночка, он это называл мать-одноночка. Для меня это было страшное оскорбление. И когда мы с маленькой Наташкой катались на качелях, подошла девочка другая с папой, и он ее качает на качелях, а Наташка маленькая говорит: «А у меня нету папы». Я говорю: «Наташа, Натик, ну как нету? Стыдно же, понимаете? Мне там, ну, 20 лет, 21. Как, Наташа, ну, как нету папы? Папа плавает, ну, мы же в Одессе, да?» И эта паршивка маленькая заходит домой, открывает двери ванны, говорит: «И где он плавает?» Вот вам история. И, естественно, я так с бухты-барахты вышла замуж во второй раз. Просто хотела, чтобы у ребенка был отец. И 25 лет я терпела это ярмо на себе, несла. И, естественно, я занималась, работала. Ничего другое меня не волновало. И потом, когда мне уже вдруг, вот уже под 40, я вдруг поняла, что у меня есть? Ничего. Именно вот это вот я поняла, что надо мне ребенка. Надо. И это тоже была драма, участником которой стал величайший тенор, чье имя известно даже тем, для кого опера – это «Три часа зеленой тоски» – Пласидо Доминго. Мы встретились с ним в Зальцбурге, сразу после его очередного триумфального выступления. Сегодня перед премьерой я почувствовал себя очень плохо, я испугался выходить на сцену. И ко мне пришли директор и дирижер театра, сказали: «Мы с тобой, давай бороться». И я помню, как говорил такие же слова Марии, это было дважды. В 98 году так получилось, что меня увезли с потерей ребенка, с репетицией. Естественно, сделали все процедуры. Очень тяжкие. И через два дня была премьера. И Пласидо, настолько гениальный человек, он даже слова не сказал, как это так. Вот она не пела со мной генеральную, меня с генеральной увезли. И как она будет петь премьеру? Мы же с ней не пели, с оркестром, понимаете? Слова не сказал. Он ко мне только пришел перед премьерой, вот так меня обнял и сказал: «Все будет хорошо. Все будет хорошо». Вы понимаете, что такое 3,5 месяца? Почти 4. Мне не то, что петь, мне жить не хотелось. И в 2002 году, когда моя мама была прикована к постели, она была в Мюнхене, и у нее случился второй шлаганфаль, инсульт, вот закупорка. Она была без сознания, парализована. И я приехала из Японии, и потом я должна была ехать в Лос-Анджелес, там, где Пласидо директором. И вот случилось это с мамой, я позвонила, говорю: «Пласидо, я не могу». Он мне сказал: «Мария, знаешь, ты сейчас не расстраивайся, будь с мамой, это самое важное. Но знай, вот в любой момент, когда ты почувствуешь, что ей стало легче, мы тебя ждем». То есть это вообще неслыханно. День опоздания, неустойка, и ты уже отдыхаешь. Потом так случилось, что 24 августа бабушки не стало, мама не стала. Я была очень плоха, очень просто. И я позвонила тоже Пласидо, что вот мама умерла, и все. И Пласидо сказал, что у него тоже вот недавно мать умерла. И он сказал, что вот единственное, что может спасти, это работа. Я думаю, что наши родители совершенно точно хотели, чтобы мы продолжали свое дело. Мария прилетела в Лос-Анджелес, и первое, что я сказал ей: «Иди к океану, не торопись, я подожду». И через какое-то время мы приступили к репетициям. Голоса нет вообще. Просто там проводный барьер. Да, вот такой, знаете, такой, как это. Пласидо говорит: «Гениально! Потрясающе!» Я так смотрю на него, думаю: интересная мысль.
Я спела премьеру. Была потрясающая критика и вообще такой успех. Вот так меня Пласидо спас. Потому что иначе я бы вот так вот как сидела бы, вот я вот после, вот как я приехала из Мюнхена, как я сидела там на ковре, перебирала фотографии, вся в слезах и соплях, не чесанная, не мытая, не ела, не пила. Просто меня уже просто через неделю точно надо было в психушку забирать. Потому что мама для меня – это все. Понимаете? Все. Точно так же, как а для Наташи – это вообще. Вот я ей не была мамой. И вот, наконец, она стала мамой. На этот раз никаких интернатов. Во время гастролей певицы о ее сыне заботится ее личная помощница. А все, что касается папы Руслана, эта история уже давно из другой оперы. Когда-то я сюда ходила очень часто. И Руслик у нас здесь крещенный, и даже я венчалась, но последнее время я сюда не приходила, потому что был развод. Просто, ну, как бы по христианским законам я должна была нести свой крест. А у меня в какой-то момент вот уже вот так и все. С другой стороны, конечно, если бы у меня тоже была счастливая семья, я бы не пела бы. Я бы занималась своей семьей, честно. Так что, может быть, огромное счастье в моей жизни, что у меня не было такой любви, и я могла заниматься своим любимым делом. Как бы это грустно ни звучало. Личная жизнь Примадонны – все равно, что страстная опера в трех отчаянных актах. Но, как говорила ее одесская бабушка, о бывших мужьях или хорошо, или ничего. Мария Гулегина предпочитает второй вариант. И, пожалуйста, без имен и фамилий. Это просьба певицы. Вот у меня свекор был мудрейший человек. Вообще такой вот семьянин. К сожалению, мой первый муж не в него пошел. И ни второй, ни третий. Ее последний развод состоялся совсем недавно, когда еще шли съемки этого фильма. А певица прилетела на гастроли в Петербург. А знаете, что самое интересное в этом фильме? Женщины Кавказа вырвались на свободу. Раскрепостились. 25 числа будет заседание суда. Но все-таки есть в жизни Марии Гулегиной мужчина, который ловит каждый ее вздох и держит паузу, когда необходимо, и мчится за ней на край света. Для того, чтобы выступить с Пласидо Доминго, с Мариной Гулегиной, я вылетел из Финляндии во Франкфурт, из Франкфурта в Токио. Сразу по прилету, без репетиции, провел спектакль «Отелло» и рано-рано утром улетел и уже вечером дирижировал в Финляндии. Мне надо было пропустить буквально полтора дня, что я и сделал. Конечно, я чувствовал себя, как у нас любят, никак. Вот. Но это два друга моих близких, которые позвали меня. Мы с ним на одной волне. Мне не надо на него смотреть, чтобы понять, что. Я вот пою, я чувствую, что он меня чувствует. И я слышу музыку так, как она идет, и ничего не надо, понимаете? Именно Валерий Гергиев вернул Примадонну родине, а родину Примадонне. Он был первым, кто предложил западной суперзвезде Гулегиной спеть в России, и ему она не смогла отказать. И вот теперь каждое лето в ее графике «Белые ночи». В июле 2014-го, накануне своего юбилея, она была хороша, как никогда. Публика ахнула в едином порыве, певица будто десяток лет с плеч скинула. Так и есть, и не только с плеч. Когда много веса, очень тяжело петь. Поэтому я и решила сбросить лишние килограммы и сбросила. Правда, потом, после 17 дней голодания, было довольно-таки тяжело. Сколько килограммов минус? 12. А дальше, ну, надо теперь тоже вести себя прилично, держать себя в руках. Не жадничать, даже если что-то вкусненькое есть, потому что вот в России все очень вкусно, все родное, все любимое. Мария, богиня, поздравляю тебя с днем рождения.
Мне жаль, что я не могу быть с тобой. Но я знаю, ты сегодня молода и прекрасна. В следующем году мы обязательно споем вместе. Целую тебя. И до скорой встречи. Я хочу пожелать Марине этого удивительного долголетия творческого и удивительной вокальной формы, в которой она находится, еще на много-много-много лет. Марии Гулегиной 55. Она и не скрывает свой возраст, потому что эти цифры в ее пользу. В труднейшем оперном репертуаре ей нет равных. Лучшая драматическая сопрано мира берет все новые высоты и не сбавляет темп, живет, как и поет, во весь голос. Примадонна Гулегина – человек и ледокол, как тот, что пересек стадион «Фишт» на открытии Паралимпиады. График певицы расписан на много лет вперед, и в этом графике наконец появился Большой театр. Иду работать. Вот это вот он, Большой театр, о котором когда-то и даже и мечтать не могла. Но я думаю, знаете что? Может быть, Господь мне оставил Большой театр на сладенькое. Понимаете? Я очень счастлива, действительно. Грандиозная премьера в Большом – опера «Верди» «Дон Карлос». Аплодисменты в финале – это отдельный спектакль. Москва сегодня идет на Гулегину и не хочет ее отпускать. Кстати, разрешение на работу в России ей не нужно. Белорусский паспорт, кажется, единственное, что она в своей жизни никогда не меняла. Паспорт я не меняла ни когда жила в Германии, ни когда вот сейчас живу в Люксембурге. Я очень люблю Люксембург, очень. И все мне очень нравится. Но вы же видели «Три березки», да?